Это потому, что у вас рядом с домом аптеки не было. Это не от большого ума все. У меня есть суперспособность. Я на одну пенсию всех вас содержу. Почему вы мне не верите, что я супергерой? Я должен идти. Папа? Папа, я так и знала, что мой папа супергерой. Пожалуйста, конечно, дочка, теперь ты знаешь, да, я супергерой. Вот так. Папа, а если случится беда, ты спасешь меня, маму и бабушку? Да, дочка, я обязательно спасу тебя. Папа, ты стал супергероем, как Питер Паркер, после встречи с пауком? Внученька, он стал супергероем после встречи с Белочкой. Круто, пап. А время останавливать ты умеешь? Ну, не умеет. Он только выпадать может из него на 3 дня. Почему вы какую-то ерунду говорите, Галина Федоровна? Я настоящий человек-паук, супергерой. Это еще кто такие? Бабушка, это Супермен и Бэтмен. Вы что меня за дурочку держите? Это Ярица и Попов, местные алкаши. Вы чего? Тюс обокрали? Что такое? Что? Валера, скорее, скорее пойдем. Инопланетяне уже прилетели. Да ты чё? Да ты чё? Да ты чё? Ладно. Если так, забирайте ружье, оно вам больше пригодится. А вы не могли бы еще добавить 200 рублей и овощную нарезку? Зачем? Юля, ты чё как из леса-то? А вдруг инопланетяне с миром прилетели? Мы чем-то должны встретить их. Держите. Вот, уходите быстрее. Может, уходи. Возможно, неделю не будет. Где они? Сатанова. Да ты чё? Доченька, у тебя папа настоящий супергерой. Иди спать. Юлечка, по-моему, они нас обманули опять. Пошли бухать. Это не важно, мама. Пусть хотя бы для своих детей их отцы будут супергероями. Ты моя мама. Не с миром они прилетели! Не пригодилась нарезка! Юля, спасай сумки! Галина Федоровна, нужны еще люди! Рожайте, пока можете! Эх, ты подлая инопланетная гадина! Юля! Юля звонит в психушку!